и будет танчить шамена. Ничего себе. Хотя подожди, не шамена, наверное. Или шамана, да, пусть шамана. Шамана забирай, короче. Забираешь шамана, смотри. И вот сюда его тащишь. Сюда. Увидел? Слава, ты на бабе потом забираешь ханта. А бас-лопата босса, значит. Шкаф поставьте, пожалуйста. Ассист получил. Видишь череп слева? Вот туда уводишь шамана, когда скажу подводить, подведешь к нам. И стоишь там по лицу, получаешь. Вань, сними отсутствие. Поехали. Слэш АФК, по-моему. Дайте. Или слэш ДНД два раза. О, все. Посови каску. Каска на ком стояла? Каска на космо, наверное, стояла, да? Космо. Пали уже. Все, вообще на пол и поехали. Пиха. Что пихи плохо? По-моему, мы вылетим. Это он Алису запустил. Сори, а джип стоял, стоит? Или можно поставить? Поставил, рядом с печенью. Две. Пиха сломался, да? О, он бегает на месте. Пиха, пульс. Ты знаешь, по-моему, мы его потеряли. Антошка, подай признаки жизни. Ладно, хуй с ним, поехали без него, значит. Пих. Нет, не пиха, ну ладно. Начинаем. Ну а чё, будет, алло? Да. Слышно? Да. Угу. Алис, Геру. Босса не надо на себя таунтить, Денис. Босс играет просто фаз, как шаман уводишь. Ты говоришь о многом, Лёва. Уже не бойся, все закончено. Оля, пиха вернулся к нам. Он успел. Выдергивай ханта к нам. Еще дальше. Еще дальше звездой дотянет. Все хорошо. Пиха, ты ювелир. Чё?
это ты проверяешь, работает ли у тебя Discord? Работает. Веди к нам, шамана. Алис, тотем поставь. Тимур, поврих или я? Меня альт одну. Ой, как я люблю, когда шаманы без макроса просто ставят тотем. Чё, Алиса поставила с макросом? Да, Алиса с макросом поставила. Два тотема одновременно въебали. Алиса с макросом ставит? Не, ну пошел он нахуй. Ты понимал, он спину этот булыжник этот кинул и застанил. Ну он станет всех вокруг вообще-то. Вторую попытку кому-нибудь дать? Не надо. Да не пытается опять вон дальше сломать. Да это тайминги, блять, конченые. Вот тут Дим. Ну Дим. Нет, ну, давай будем честны. Нет, все отстань. Лошара. Ты видишь таймер? Ты видишь таймер? У меня нет его, Лев. Ага. У меня нет от ДБМ. Очень зря. Я не буду повторять, но ты понял, да? Отстань. Сейчас я дождусь, когда меня ребафнут. Повару, каск, кулак, лапа, интеллект, немаловажно. Желательно побольше. Финмос Иннер в Блэкбери. Войта, чё ты не стакаешь раскол? Ну, как обычно, много шей. Я думаю... А можно их убрать круто вообще, эти ботинки? Третий или четвертый раз подряд падают. Че вы гоните? Клевые ботинки. Тапки с носками, да? Ну по сезону же. Там офспеки элимов, не? Ты хотел сказать энхов? О, энх есть. Юля, будешь ролить, не будешь ролить? Приду и замовай. Ладно, даже на ролл кину. Тапки СПД крит хит нужны кому-то, пока не было.
не сомневался. Ролите боешку. Опа, опа. Я в говне. Кто там с ролем? Сотня дупло, алло нахуй. Сотня дедлифт, что вы делаете? Дупло и дедлифт. Им реролить надо. Реролить и дупло и дедлифт. Нормально, половина сотни. Дупло. Мое. Мурло как не работает. Вот их ты смешно, нормально не так или нет. И дорогущий. Кусков 13 сейчас, наверное. Если подумать, может кто-то даже не боешка будет. А нахуй на тебе? На ПВП? Нет, посмотреть может перебить где какие. Подогнать под себя статы. Все, больше в этом ничего не налупит. Пашка, ты не лоб? Я тебя в рейде не вижу, пса. Ну, пиха еще не перекинул. Давно в шестой группе консервы, открываю рейд. Лёва, ты танчить будешь? Хизу. Что-то у меня запрыгалось, что ли? У меня до сих пор как бы. Комбат закончится, появится. Что пропав по халатка с вами? Макро тут пришел пусто. Ты ж фрустрас тебе, ты ж чего за нерфи, для кого за нерфи? Просто он давно не нерфил. Босс. Охуенно, выходим нахуй, диван. Диван, дайте на гимн. Бой кончился, Паша. Ты мне там какое-то чудо очередное пишет.
Саня, Саня, вставай. Хватит лежать, Саня. Кирова Тёму зонтом валит. Эту способность. Нужно подойти поближе. Еще не готов. Не сейчас. Рыба стоит. Не достаю. Слишком далеко. Алярм. На адиках. Двоит на бойсе. По-моему, отличная идея. Или наоборот. Ну и все. Отлично.
своих же убили. Ну вот. Мне кажется, твой IQ показатель скоро станет ниже, чем да. Дупло, подними его. Аляр, где дрон? Дайте рыбалку. Да, Мурлок. Он пошел где? Топиться под ебало босса. Видимо, точно второй рейд. По-любому. И вернем назад Лестона, чтобы он рейлил. Он теле в лоле. Так чё, заразно? Сейчас умрет третий лоб, да? Это я себе, я говорю нахуй. Ага. Мне сказали. Какой же мусорный босс, боже. Быстро сдох. Макрос. Что на нем написано? Я не буду второе делать, мне надо два с разными камнями. Ну блять, Саша, ну уникальное, уникальное. Не могу я тебе его передать. Если ты сумку даже две не положишь. А. Говно ебаное. Целая тема была по поводу того, что уебочно сделали, что куча всего уникального и так далее. Да я давно не ролил нихуя, поэтому не знаю. Спи, замерзнешь после.
Давай, тяжесть. Опять босса с нулем друида. Чё там? Паша, что тебе с босса надо? Башка. Не, другому. Господа знатоки, подскажите, как чарка на плечи называется? Чарка. Для каждого класса по-разному называется. А, есть тигры, что ли? Ну, какое-нибудь просто слово там. Лирка, начертание, что там, какого-то тигра. Смотри, смотри, пиха бунтует. Журавлину крыла это милики. Чё, Пашка, давай тогда назад на дерево. Погоди, мы сейчас с Финносом опять ходить будем. Да вы-то при чём здесь, блядь? Ну, я точно знаю, кто будет танчить, пытаться второй рейд. Обратно на дерево? Да, Паш. А, не, я ж не ухожу, мне токен надо. Шаманы ставят от природы тотем. Нормальные, да? И тремор ставят. Так, теперь по поводу хилов, кто где будет. Во-первых, нужно досамонить оставшихся. Пошли, поставь его. Ч
Чего поставить? Рыбу. Опять рыбу. Ой. Так, по хилам. Ирлина. Череп. Ариэта. Трусы. Блэкбери. Квадрат. Бадлол крест. Дальше по пачкам. Сейчас раскидаю. На страйдере. Алира. Матрасик какого покидает страйдером, да? Так, это полезность. Первая пачка череп. Вторая пачка крест. Третья пачка трусы. И четвертая пачка квадрат. Запомнили, увидели? Нет. Хуёво быть тобой. А, еще один циклоп. За что? Не, на черепе всегда, наверное, там. Ну, придется быть на кресте, неожиданно. Раскидываю назад пачки. Тебя подальше с черепа на крест переставили, чтобы ты не выебывался на адика в центре. Локи портальчики ставим к колоннам, кидаем блоков, макросы не кидаем, алира не кидаем, хилов не кидаем, отлично. Поехали. Чего, ладно, нет? Это. А ты кто? В танке? Ну оставайся в танке, пусть. Вдвоем с Войдом танчите, и Финмос вспомогательная штука. Три промаха подряд зашел. Я не успел начать бить. Видимо. Ты огонек что ли вешал? Ну я один друид. А толку от него уже не прокачан. Армор режет. Долго копаемся. 10-11. Разошлись по местам. ДДшников нету? Морлок. А, нет. Видишь, вообще-то Морлок, да, в крестике. Я вообще Морлок в кресте, но Морлок все плохо, видимо, сориентирован. Продолжи стоит. Ты не то бьешь Морлок, там снизу мобы, снизу.
Зеленый крест. Сусилище. Страйдер. С черепом. Прилут поставь. Зеленый в трусах пропал, да? Да. Интересно, чем вы там занимались, что он пропал? Ну я скрыл этого квадрата вообще увидел, что он его вообще никто не видел даже. Крест, Страйдер. Че? Он испарился. В тексты он падает, блядь. Череп этот покемон. Ну не видите вы его, блядь, через центр. Ну ёбаный в рот, там хапал стоит, блядь. Да здравствует лучший протопол. Добрый день. Настя, уходи на крест. Тихо. Настя, уходи на крест, здесь так проживут. Мурл, косяс на дерево, конечно, ты не догадался, да? Конечно. Чё, знал, что мог подойдет просто и ударить? Русак зеленого быстрее сливайте. Один полезный довесок, а второй протопал. Можно сказать полтора? Ну типа того. Почему страйдеры так долго живут? Потому что их Солохан пьет, поэтому они долго живут. А что с мобами на трусах? У нас мейн танк умер. Да? Ну, Мурлок не заливал мобов. Здравствуйте, перерегистрируйте, пожалуйста, БГ. Чем моб дойдет, что-то произойдет? Да. Этот крест.
Лок, блять, кинь, пожалуйста. Ага, вижу. Трусы зеленые. Все это, да, работаем. Прямо в сердце. И в кого мне его кидать, блядь, по вашему мнению? Никого. Жертвовать. Сиди просто. В паладин. Да я в кого-нибудь кинул, блядь. Уж баб нам снимается. Пиху кинул. Да, нахуй. Максимально полезные. Геру нажмите. Алис, тыкни, какая мысль есть. Я просто смотрел, я был занят изучением, как, блядь, в три танка может сдохнуть кто-то в рейде. Бомбу. Ну вот я и говорю, что нахуй еще два танка, если, блядь, по факту один что-то делает. Там этот петух высокий из-под земли вылез и под волну попал и убил после эфира. Два стража еще были на мне. А он не о тебе. Он о том, как к хилу побежал кливающий парень. А, это он замедляет после его. Паладина с Фридомом. Да паладин его за меня стоял. Демон, дайте Настю, если есть. Ебахните кулак, по сути, кубик. Там Тимур вообще без маны. Был. А ведь я всего лишь хотел дать Тимур. Фулл урон вайшу. Ты просто привык на трусах стоять. И места мало. Им там опасно. Ну да, тут мобов из текстур я не ожидал. Ну там они постоянно вылезают. Так. Гаровский чобанк твой? Угу. И куча хлама. Из рейда не выходит, мне как конечно еще. А вот этот лук на Фурика хуже, чем с Геры, сука, Хэл. Все, Ваш. Хуже, чем с АКХМ, хуже. Ну, все что угодно будет хуже, чем АКХМ. У тебя он нужен, Славки, не обмен сбери. У меня вроде с АКХМ лежит, давай. А вам коки еще
лидер ПБ Мутикус, короче, он в команду. Так. Чё, нет у меня, я там вару отдал. Чё, отдать? Я не знаю, ему он, блядь, это тоже, знаешь, из серии, типа, пусть лежит, может, мутику понадобится арпа. У меня сок хм не пускает. Не, ну посмотри по статам, если он тебе действительно не понадобится, он... А там, сука, хм такое же, только там, этот, пулями стреляет, дробовик какой-то. Так. Ебать, что это? Еще 200.